Она пришла, и все, вот такой кавардак. И они: «С днем рождения!» И она раз в обморок упала. Но они старались. Ни мужчин, ни детям не дана вот эта энергия чистоты, только женщине дана. И в этой зоне она является старшей, и все должны подчиняться. Но если мужчина, допустим, бардачит, жена ему говорит: это туда, это сюда, и он говорит: молчать, не дает ей быть старшим, это значит, он глупец. Мужчина, да, прибирается? Ну ничего, хорошо. Хорошо. Если глупец, это я могу так сказать. Я могу так сказать, а не вы. Если вы ему говорите «свинья», то он будет вам в ответ. Потому что женщина — это благословляющая и проклинающая сила. Хотите проклять мужика свою? У вас есть все полномочия. Он говорит: «свинья», он сразу же прямо. Если он говорит: ну ты козел, ну все, тогда начнет делать, как вы говорите. Вы к этому клоните, к этому сейчас или к чему? Нет? Мужчина у вас хороший муж, нет? Добрый такой человек, правда? Добрый или нет? Добрый, очень добрый. Вас терпит. Я бы не вытерпел. А он терпит вас, представляете? Какой добрый человек. Вот каждый день вы ведете себя на таком негативе. А он терпит. Представляете? Какой добрый. Вы это заметили, нет? Нет? Плохо? Теряете человека. А надо, наоборот, стараться не терять. Да? Девочка, как тебя зовут? Тебя как зовут? Деловыми. Видите, мы говорим сейчас об настоящих, да, вещах. Ну, то есть, истина, она скрыта очень глубоко внутри. Иногда кажется, я настолько прав. А на самом деле нет. Почему? Потому что правда, она глубже отчаяния, злобы, боли. Она глубже чувства несправедливости. Правда глубже всего этого. Она глубоко-глубоко внутри находится. И если человек ищет правду, а не справедливость, правду, если ищет, то он тогда начинает углубляться в том, что же хорошего дал мне Бог, а не что плохого. И когда человек начинает видеть хорошее, это благословение.
оно начинает расти. И человек растит близкого человека. Близкого человека можно как вырастить, так и убить. Вот я знаю таких людей, которые всех поубивали вокруг себя. Просто сомнениями. Вот, допустим, я вижу только недостатки в человеке, убиваю, убиваю, он потом раз, труп в отношениях. Или наоборот. Твердость в отношениях, сильная женская твердость. И видение хорошего. Вот Золушка, допустим, да? Самая тяжелая ситуация, то есть, она вообще, то есть, в чужой семье, то есть, там, не родная мать, не родные сестры. И ладно, если бы она была самой любимой, потому что она не родная, это в благородных семьях. А она оказалась самой нелюбимой. И как человек ведет себя? Она всех служит, всем заботится, она все как бы, все делает для того, чтобы все были счастливы. Это сказка, правда? Но в этой сказке есть истина. Она заключается в том, что в этой сказке показано, как надо побеждать судьбу. И эти силы можно только от Бога взять. Там просто не показать, что Золушка по утрам еще молилась. Иначе откуда силы брать? Вот. Она... Откуда столько оптимизма? Откуда столько веры, что все будет хорошо? И в конце концов, она вышла замуж за принца. Видите, за что ей принца дали? То есть женщинам принца за что-то дают, а не принца тоже за что-то дают. Надо улыбалась, молодец. Это хорошо, значит, вы что-то поняли. Здорово.